Добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Шо там, Славутыч? Всем привет, ребята. Слава. Слава. Не, ну этих не надо нам. Этих дырничков. Так, шо там, продолжить. Так, я опять должен поставить на свою победу. Ой, на свой проигрыш. 300 бачей. Ты тратишь деньги. Так они не считываются, потому что ваша ставка не сделана. Я не знаю почему. А, о, сделал. О, первый раз. Оказывается, надо было два раза подтвердить поставку. По поставке. А, на мотоциклах? В смысле? Так может опять машины будут меняться. А. Ну да, мы же машину выбирали. Как... А, логично, да. Не понял. А ты рядом? Где ты там? А вот ты дырничек. Сайк. А. На какой вкус шины мои? Блин, а я туда поехал? Не знаю. Наверное. Не. Да. Я уже не туда поехал. Я уже лоханулся, как обычно. Да я уже как одинокий мужчина. Подрочился. Я понял. Да выпендривался, называется. Я одинокий бродяга, люби казали. Мяч. Ты шо, сейчас за такой идеальный кристальный голос дадут это... Пиздули. Ой, авторские права влупят, скажет Бен. Это же Леонтик там пел. Или кто, да, же Валера? Валера, Кент наш. Леонтьев. Валерий Леонтьев. Валера, настало твое время. Ты что, я долго буду по этой стройке? Я въезжаю в стройку. Когда там машины дадут? Наверное, да. Сверху. А прикинь, машины не дадут. Это все было большое, сплошное. Обалово. Ну, это мы знаем, а причина. В этот раз, вернее, какая. Ай, молдаван, потому что. Поймал? Да. О! Все, вот и... Велосипед! Натуре! Да. Ой, что я больше всего не люблю. Давай, ача! Ача! А как на нем быстро ехать? Шифтом? Не, наверное, нажимать много раз. А как так получилось? А, мне теперь вниз, что ли, спуститься? Да? Или я теперь под с мама дома не туда поехал? А я походу не туда поехал. А как ты там оказался вообще? Ёп. А, блин, я не туда поехал. Вот это я именно Валентино, блин, товарищ Валентино. Видишь, до этого какого? А, или сюда подъехал. Что значит не в ту сторону? А куда ехать? Я сам не знаю. Ну, по идее, вниз. Ну, ты как-то оказался... Или ехать в той же дороге назад. Ты где? Да тут езжу, не знаю. Интересно, что это за красная шняга? Пытаюсь сам понять. Тут есть такой подъемчик, вот. А, ты тоже на нем? Ай, куда? Блин. А, может, слушай, вниз надо просто упасть? А ну. Что, просто вниз упал? Или что? Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, вряд ли я выживу. О, ничего себе. Выжил? Да, только... Теперь оно показывает наверху, походу. Да давай, крути педали, пока не дали. Что-то мы тут конкретно тупим с вами. Ладно, давай назад. А, тю, блин. А ты молчишь, да, специально? Не, по этой херне. Я сзади тебя вообще-то. А, да? Я думал, ты морозишься, понял. Да нечего. Я бы сказал. Если бы такая херня, я бы сказал. Стри-стри. Тупо на лезвии ножа просто едешь. Как? Ты упал? Не. Я не могу пока вместе разобраться. Да у меня тоже он на шифте не едет. Великом по-другому управлять надо, понял? А, на джойстике? Да. Капец. Давайте машину, что вы мне дали, что вы мне продали?
Опа-на. Назад. Назад та же кнопка, а ехать другая кнопка. Что за бред? Короче, за то, что ты стукаешься об мечи, об эти кегли, тебе РП дают, походу. Все хорошо. Лишнее не... О, машина, слай. А, все, я понял. А сколько кругов? Два. Да ну нафиг. А, может тут... Да. Тут, наверное, просто конечная, скорее всего. Блин. Я теперь на какой-то погремушке еду. Колесики такие именно чисто. Дадите мне мою машину? Походу не дадите. Дырни, дырни. Слай, где ты там? Да еду возле этих кегов. Я ж пока мисс раздуплился, как ехать на велосипеде. Ай! Что-то я переборщил. С мечами. А ты когда стукаешься об кегли, тебе дают РП? Я не стукался. Некогда? Ну да, если я буду об них стукаться, я буду тормозить еще дальше. Так, теперь куда ехать? А эту херню заносит, да? Да, какую маленькую. Я вижу, как мячики падают. Это ты их скидываешь там? Ну да. Я особо... Блин, не в ту сторону. А в какую? Да это ж она постоянно так пишет. Да! Йо. Им показала. Как, каким образом ты на первом... А. Ой, там, блин, дальше парашют, прикинь. Да, опять. Ага. Ай, ай, они какую-то большую машину сильно дали на эту всю движуху. Так это специально, наверное. Ну, урод, чисто. Я только добрался туда первый раз, он взял, скинул. Что, мерзота, да, так? Да, вообще. Надеюсь, ты упал. Редкостный раз. Да, редкостный раз. Куда ты упал? Не понял. А куда ты летишь? Что? Так не в ту сторону, что ты хочешь? А, во. Наверное, в ту надо прыгать. А, наверное, на здание ФБР обсохнат, походу. Ну, ты ж показываешь туда, что значит не в ту сторону. А куда надо? Блин, а, я их нажал. А, короче, тут не надо, понял, если что, прыгать с парашютом. А что надо? Надо. А чё? Пешкодралом надо добежать до велосипеда или какой-то другой фигни. О! Икс, чтобы... Окей. Да что ты тупишь-то? Куда ты едь давай? Вот ты дырник, ёшкин. Да я за себя. А что такое? Давай быстрее. Ты мне говоришь? Да нет, велосипед. Тут какая-то фигня такая. Давай. А, может... Может надо их... Аминать? Сейчас сделаем, я понял, наверное. Так ничего не меняется. Что происходит? Я, нет. Наверное, не доберусь до тебя. Конечно нет, что ты говоришь? Я просто тут еще на той херне, там, где ты меня уродствовал. Ты сейчас скажешь, что ты из-за меня. Ну а за кого?
Это из-за тебя, понял? Да, это из-за тебя. Надо вот это. Ты подвел меня. Свою семью, да? Да. Я всем расскажу. Да рассказывай. Всей твоей семье. И такие все такие, господи, да всем нас. Да, 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 да. Да, да, что такое? Че, не понимаю? Вот тут какая-то тупость на самом деле. Или яд как-то... Ну! Яд? Что это? А, или может как-то им управлять можно? Чем? Да это звездолетом этим дебильным. Я просто им никогда не ездил, может что-то оно... Шифта... Т... Бля! Вот это я лошара, отвечаю. Причем жесткая. Да я же не знал, что тут можно подключать реактивный этот. О, вот, вот это я именно... Я просто реально никогда не покупал. Я знаю, что вроде оно должно как-то по-другому действовать. О, тихо. Давай. Так, куда летим в этот раз? Сайк, здравствуйте. А-а-а, вон, вижу. Блин, а как это я так завтыкал? А, давай. Завтыкалыч. Калкалыч. Так, главное теперь не профилонить. А, интересно, если я упаду прямо на эту шнягу? А, ну все. О, спасибо, что давали вообще выбор, понял, машины. А ты помнишь, что тут два круга? Да ну ты шо гонишь? Не, никаких двух кругов не будет. Ты шо? Какие круги? Ты еще не доехал до финиша, да? Конечно нет. Что там, что там? Ага. Спасибо, что не даете мне мою машину. Ага, понятно. Надо было разгон взять. А нахрен мы выбирали машину, если они нам ее не дают? Или они в конце дадут? Да, а, прямо как перед финишем. Кого? Реактивную эту херню. Ну вот Е на клавиатуре, а у тебя я не знаю. Ну вот я, чтобы ты понимал, по этому трамплину, если бы давно бы проехал. Вот так я тебе фору давал. Ну, все, я себя оправдал. Я оправдал свою тупость. Если бы я знал, как включить. Ну вот я тоже не знал, но я проехал. А? Задержать ее или... Не, один раз нажал. Прикинь, а я вот, чтобы ты понимал, по-моему, до последнего трамплина доехал, только тогда втулил, что надо нажать Е. Ну, я по трамплинам поднялся. Мне надо просто долететь до той точки, понял? Долеталось. А без этой херни я не могу. Долеталось. Она неуправляемая еще. Я говорю, долеталось. Ты. О, мячик. О, мячик. Ты что, собачка, что ли? Ой, спасибо. Представляешь, вот и моя тачечка. Что, я даже не помню, по какому вкусу я ее вообще собирал. Блин, я сейчас охренею, если будет два круга. А два круга, я ж выбирал два круга. Да ты что, какие два круга, блин? Все, прекращай. Отличные два круга. О, спасибо, дали мою машину на 2 секунды, понял, и сразу ее... Круг 2. Твою мать! Ты шо, Славик? Ты ж понимаешь, что это настолько вообще, ну я не знаю. Что ты там, все, надеешься меня догнать? Да не, я не могу долететь до точки, я до тебя не хочу догонять, потому что я все равно не догоню. Ты не догоняешь, да? Или ты не знал? Или тебе не говорили, или ты не знал. Мне не сообщали. На этот. К-
как хорошо душевно едем, в тишине. Да, никто не мешает, да? Да мечта в такси, понял, чтобы таксист ничего с тобой не говорил. Какая сегодня погода? У меня вообще, если честно, свой бизнес, это так для души. Машину прогнал за женой, еду там вечером на работу. Что там еще рассказывают? Обычно. Не знаю. Ты ж таксист, в смысле? Ты не знаешь. Обычно не спрашиваю, не интересуюсь. А вот и... Да что ж тебя так прокозявило, за что? Сайк, за что ты так со мной? За что? За газ. За альянс. За Орду. За Майнкрафт. Майнхамп. За альянс. Че, не можешь... Ты ж в прошлый раз с первого раза заехал, Валентино. Валентино. Вот это ты именно гле. Ты ж... Тихо, спокойно. Спокойно. Давайте заново. Сейчас... Первого раза. Вот так вот. Я так чувствую, что ты меня сейчас тут догонишь, я не могу допрыгнуть до той точки. Понимаешь? Да какой точки? Крылья надо включить, алло. Как их включить? У меня X. Вот это ты гонишь. Я откуда знал? А я думал, ты их подключил. Откуда я знаю, никогда не ездил на такой херне? Так я ж так же сам. Ты сейчас меня, говорит, догонишь. Еще как догонит. Ну теперь по-любому догонишь все равно. Да нет, ты что, я там, грубо говоря, только на велосипеде еду. Ну и что? Да как ты сдох-то, а? Он просто сдох. Ну вот ехал и сдох, понимаешь? Перс. Я даже с крыльями долететь не могу. Что за фигня? Это я просто... Рап. Да то, что ты Рагуль, то понятно, но мотоцикл тут при чём? Не знаю. Рагульный мотоцикл? Я не говорил, что Рагульный мотоцикл. Я сказал, что я Рагуль. А может ты? За что РП вообще сыпется, я не понимаю. Переворачиваю, ну, сделаю что-то тут по-рагульному и все. А куда тут лететь на этом парашюте? Блин, я ж тебя... А, или это было... Что, на землю, что ли? А, там, да, там внизу, там две таких точки красных, да, жирные горят на карте? Да. Да, ты спускай парашют. Просто приземлись на эти кольца. Не обязательно это. Уже. А, уже приземлился? Да. Ну, видишь? Ты потом не базарил. О, я как раз на том месте, там, где я скину. Тихо! Ой, Славик. Где ты их берешь? Где ты его откопал? Этот спид-тест. О! А вот и парашютелло. Так, тут прыгать не надо. Падать. Ты что наделал? В смысле? Что ты сделал? Упал. А чего мне пишет, что ты вышел вообще? А, мне тоже пишет, что ты вышел. Я просто упал, я не... Может, тут лимит времени какой-то? Теперь, конечно, в итоге я первый, типа, понял? Мы играем теперь в разных гонках. Как я не знаю. У тебя что-то, блин, вечно разъединяется. Блин. Я шопал... Что за бред? Я падаю на такой дебильной фигне. Ты, походу, тогда не был. Давай, все равно я прохожу дальше у себя. И что? Ну, имею в виду, друг, я догоню. Ну, тебя тут, конечно, нету, но по времени. А ты такой, ты типа с надеждой, да, что ты меня до сих пор можешь обогнать? Ну да. Вот это ты, конечно, накрученный. Да куда ты, Вася, тут разлетался, тут, понимаешь. Давай, погнали. Блин, а как так получилось, что тебя с сессии выгнало?
Или... Так это тебя выгнало. Мне написано было, что ты вышел. Ну, у меня тоже было написано, что ты вышел. Ну, я первый сказал. Не-а. Сука. Как раз такие подписчики знают, кто первый сказал. Они на моей стороне. Ты первый бебр понюхал. Так, ты нюхатель. Нюхатель бебр. Сейчас полетаю. Так куда ты, ну? О, понеслась. Ну, я, слушай, хоть насладился этим. Кем? Ну, вот это мотоциклом, что мы... С тягой. А, с да, бархатной, да, понял? Да. Слушай, надо себе купить такой. В жизни? Да, в жизни. А чё не по райончику? Будешь, а на районе и дедович. Дедович, я сижу. А у меня, кстати, дождь идет. У тебя идешь дождь? Да, да, да. И у меня в жизни идет дождь, и в игре. В смысле, в жизни? За окном. Да, там дождь идет. И рячит. Ничего себе. Может, это у тебя дома, а у меня тут нет. Может, у меня чисто над домом только туча. Да, 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 да. О, ты что, папк начался? Пупк. Шпук. Не, дядя, я думаю, ты не успеешь. Да, конечно, не успею, я только поднимаюсь. Ты уже примерно должен быть где-то в конце. Конечно, в конце. Я уже на земле. Готовимся. Готовимся к земле. О, вот так вот. Типа задумано было. Я так понял, сейчас я доеду, ну, по-моему, быстрее, чем до этого. Первый круг. Да. Ну, я уже тоже вижу, что я как бы вроде бы быстрее еду. Но это не точно, да? Ну, наверное. Кстати, если реально, пусть под песота, если втыкалыч, скажет, какие эти скилл-тесты надыбать интересные, чтобы мы их по них поиграли. Мало ли. Да. Мало ли. Мне все мало ли, а друг от друга мои Натали, Натали. Натали? Да. Опа, тихо, ай. Тихо, тихо. Что ты сказал ты? Сайк, анекдот хочешь? Давай. Короче, приезжает бабуля в Америку. Ни Б, ни М по-английски вообще не понимает. И что-то она проголодалась. Заходит в магазин, там чернокожий брат сидит. Знаешь, что она ему говорит? Дай манки. Понял? Такая шутка, по-моему, за 300. Шутка, блин. Прибалутка. В смысле? Нельзя такое говорить. Кто сказал? Уже не только в Твиче нельзя такое говорить. Кто сказал? Правила Ю-пупа. Ю-пупа. Привет, Ю-пупу. Все, дядя, я выиграл. Мне не показывает, что ты выиграл, значит, ты не выиграл. 22 минуты, 22 секунды и 599 миллисекунд. Ничего себе. Какая круглая дата. Из-за того, что, походу, ты вышел, мне, наверное, еще мало РП начислили и бабла, короче. Да? Да, да, что меня опять козявит. Так что, ребятки, это был очередной скилл-тест. Очень долгий, очень какой-то забористый, как шишки. Да. Там Саик пусть до сих пор еще едет, так что ему нормально. Но, а мы, так сказать, с вами прощаемся. Так что спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а мы прощаемся. Пока. Всем пока.